Прием документов завершен на очную форму обучения, на бюджет-договор, как по бакалавриату, специалитету, магистратуре, так и на заочную форму, на бюджетную основу. Но продолжается прием еще на заочную платную форму обучения до 20 августа. На данный момент подали документы в НИУ БелГУ 7563 человека. Прошло две волны зачисления на данный момент, 4 августа и 7 августа. По итогам двух волн зачислено к нам в университет 2362 человека. Это зачислено всего, из них 1325 человек на бюджетную форму, остальные зачислены на платную форму обучения. По сравнению с прошлым годом у нас немного увеличилось за счет магистратуры, аспирантуры и ординатуры, интернатуры. Всего было выделено 2030 бюджетных мест, из них 1520 мест, это на бакалавриат, специалитет, магистратура. Мы продолжаем еще прием документов и проведение вступительных испытаний в ординатуру, интернатуру и аспирантуру. Поэтому 1 августа у нас по плану закрытие всех бюджетных мест и зачисление на платную форму обучения тех абитуриентов, которые не прошли на бюджет по конкурсу. Университет готов принять порядка 6 тысяч студентов на первый курс по всем уровням и формам обучения. Очная, заочная, очно-заочная форма, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, интернатура, ординатура и среднее профессиональное образование, медицинский колледж по медицинским специальностям, институт управления по специальностям экономического профиля. Ежегодно у нас в лидерах это медицинский факультет, специальности лечебное дело, стоматология. Лидирует. Второй по лидерству это юридический институт и институт управления. В этом году увеличилось количество поступающих на педагогические специальности. В этом году у нас достаточно большое количество даже платников, поступающих на учительские специальности. По платникам порядка 300 человек у нас поступают на платную форму обучения педагогического образования, ну, помимо бюджетных мест, естественно. На данный момент для абитуриентов, не прошедших по конкурсу, в том числе и на педагогические специальности, на бюджетную основу, есть возможность до 20 августа прийти к нам в приемную комиссию, взять квитанцию об оплате, оплатить и заключить договор. И, естественно, быть зачисленным на платную форму обучения.